атмосферой я точно еще долго не устану. Константин Генич, ваши комментаторы сегодня. На ваших экранах итальянский футбол, смотрим в серию А. Классный матч мы сегодня увидим, Константин. Кажется, мы опять работаем при полных трибунах. К хорошему быстро привыкаешь, но от такой... Наполи такая большая неаполитанская семья. Ну, например, диктор стадиона – это настоящая звезда города Неаполь, его все знают. Ну, а бессменный клубный фотограф работает в клубе еще с тех времен, когда за него играл Диего Марадон. И на праздники эта большая семья всегда собирается тоже вместе. Болельщики отмечают, что футболисты на праздниках выглядят очень скромно, без какого-либо дополнительного пафоса. Это простые ресторанчики, шампанское из пластиковых стаканчиков, но все как мы любим. Речь от лидеров, и пошли все по домам. Первый тайм начался. Дает арбитр игру продолжить. Жесткое единоборство. Неудивительно, что он едва не оказался на газоне. И навесить тут нужно. Фабиан Руис. Какой момент упускает? Вот это да, с такого расстояния и не забивает. Легкий сейв для голкипера. Опасно, но выше. Хотел забить точным ударом, но немного не рассчитал силу. Наполи такая большая неаполитанская семья. Ну, например, диктор стадиона – это настоящая звезда города.